Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о препарировании зубов. Разглядывая фотографии керамики в Инстаграм, не стоит забывать, что это красивая или не очень красивая облицовка. Можно сказать, фасад. Но без надежных и ровных стен облицовка проживет недолго. Созданием этих самых стен мы и занимаемся на этапе препарирования зубов. И чем грамотнее и аккуратнее проделана работа, тем будет лучше прогноз на реставрацию. Зачем вообще нужно препарирование? Все просто и логично, попробуйте сами ответить на вопрос. У вас кривой зуб, а вы хотите получить прямой без обточки? Как? У вас очень желтый зуб, а вы хотите, приклеив полупрозрачный винир толщиной с контактную линзу, получить ярко-белый? Без обточки? Как? Ответ – никак. При этом важно понимать, что объем препарируемых тканей зуба как раз и будет замещен керамикой, которая будет служить своего рода защитным слоем для зуба. Если же просто наложить керамику или композит поверх собственного зуба, мы получим излишний объем. Такие зубы будут выглядеть как те самые подушечки Orbit. А в образовавшуюся ступеньку между зубом и виниром будет забиваться налет, и это грозит воспалением мягких тканей. Глубина препарирования зависит от многих нюансов. От того, насколько зубы ровные, от разницы между своим и желаемым цветом, от желаемой прозрачности режущего края. На фотографии вы видите зубы, подготовленные под виниры. Предварительно пройденное ортодонтическое лечение, выровнявшее зубы. Желание пациента остаться почти в своем цвете зубов. Ювелирная работа техника, изготовившего ультратонкие керамические накладки. Мануальные навыки врача. Контроль всех этапов работы под оптическим увеличением. Это позволило произвести нам действительно минимальную обточку. Редко, очень редко, около 3% случаев действительно возможно произвести работу вообще без препарирования. Мы без проблем можем сделать винир толщиной с контактную линзу, но это имеет смысл при наличии определенных показаний. Например, если зубы сами по себе не крупные и нам необходимо увеличить их объем. При этом с такой толщиной винира цвет зуба мы можем изменить на 1 тон. Искусная работа керамиста — это безусловно прекрасно, но это далеко не все. Только в сочетании с отточенными мануальными навыками врача работа вам прослужит максимально долго. Аккуратностью и работой под увеличением на каждом из этапов. До встречи, друзья!